Я сегодня себе жарю тофу. Вот у меня тофочку на сковородочке. Оно уже подрумянилось, может, камера сейчас не сильно передает. Глава республики поручил усилить контроль за поведением водителей общественного транспорта. От граждан поступают жалобы о хамстве. Кроме этого, нарекания связаны с курением водителей. В салоне отсутствует сдача и отказ обслуживать льготные категории граждан. Денис Пушилин поручил Министерству транспорта и главам муниципальных образований взять ситуацию под свой контроль. В салонах общественного транспорта планируют разместить контакты обратной связи для пассажиров.